Windows Amigas, значит, продолжается Бэтмен в этом. Сейчас боевик... Нет, они никогда не заткнутся, они здесь все время разговаривают. Значит, чудо-дерево будет спасать Готэм, да? Какое счастье, что последнее единственное дерево на планете выросло именно здесь. Похоже на убогую корягу, но по сути это мега полезное дерево, которое спорами остановит распространение этого, блядь, дерьма, которое там пугало собирается рассеивать. Но сначала нам надо заехать к экзибиту, чтобы он прокачал мою тачку. I thought you were here already, Mr. Wayne. Must be a glitch in the system. I'll get that checked immediately. Он думал, что я уже здесь? А ты не думал, что ты там чужую тачку прокачиваешь сейчас в это время? Может, кто-нибудь шаху пригнал на тюнинг? Лево, что это такое? The night, Mr. Wayne. The perimeter's been breached. We have some uninvited guests. Как хрен ты двери, сука, кому попало открываешь, тварь? Черт, так и знал, не надо брать на работу негра. Нифига они мне задницу надирают. Я заметил, тут каждые полчаса стабильно есть миссия с уничтожением кучи машинок. Надо же реализовывать Бэтмобиль со всевозможной прытью. Охереть, их тут сколько вообще? Я что-то не помню, а как мне их... Как мне их захватывать? Чтобы они за меня сражались. Я, видимо, должен запоминать, блядь, все эти кучи кнопок, которые в этой игре надо юзать. Либо Эми взрыв, либо ракетный шквал. Одну из двух выбираешь. Да ёб твою мать. Хер его знает, как там, блядь, юзать это говнище захвата. Они мне только про Эми взрыв этот пишут. Вот я говорю о том, что в этой игре, блядь, миллиард гаджетов, просто невозможно всем этим пользоваться, всем тем, что они тут навводили. Там, блядь, можно даже с планирования выпускать эти деструкторы, блядь, батаранги, что-то когтями все выхватывать, у машины какие-то, блядь, миллион функций. Какой, блядь, человек всю эту хуйню может запомнить? Вы мне объясните, блядь. Consider it done, Mr. Wayne. Good luck with the gardening. Master Bruce, I'm afraid there's drones. Причем мне что-то кажется, что если я настройки открою, я там не найду нихуя такого параметра управления, как захватить управление вражеским танком, блять. Это надо именно включать ту серию, сука, смотреть, чему там учили, а вот мне делать больше нехуй. Так что делать-то надо? А, сонар использовать. А, я понял. Он из пулемета в людей не стреляет, он из людей в людей стреляет из пушечки, вот этой, видимо, резиновыми пулями. Вот как они сделали, чтобы Бэтмен мог. Куда ехать? В центр этой херни? О, шлюшный магазинчик рекламирует. Ну вот. В ловушке. Да как и я. Все мы в ловушке.
Ёб твою мать. Это похоже на Ураборос. Вон даже эти тычинки, по которым стрелять надо, светиться. О, пиздык нахрен. Кому-то не понравилась моя программа по озеленению города, ты посмотри. Айви, он ее называет Айви. Удар отменяется с полета, да? Так, сейчас надо собраться. Они постоянно пишут, что здесь оружие с земли можно подобрать, но он что-то ни хера не хочет подбирать. О. Один удар сделал и бросил, мы правильно нахуй. Ключ там меня поддерживает своими дружескими советами, как я понимаю. Да, это добивание, это как раз именно то, что нужно юзать, когда тебя атакуют со всех сторон. Да почему ты, блядь, перестал его пиздить? Ты мне объясни, сук ты ебучий, а не Бэтмен, блядь. Я просто поражаю. Дымовые гранаты он, походу, кидает вообще только, когда в него стреляет, да? Блядь, столько гаджетов, столько всякого говна у него, и в бою ему это все нихуя ничем ничего не помогает. Я ебал его, блядь, этого человека. Сука, я говорю, Бэтмен, блядь, даже Найтвин догадался себе, блядь, дубину взять, сука, железную, две нахуй, с электрошокером, и ими пиздиться, блядь. Бэтмен нихуя ничего не придумал, кроме как просто, блядь, драться, ёбаный дебил, блядь. Опять удар в планирование нихуя не сработал. Я все понять пытаюсь, блядь, как батаранги кидать во время полета. До этого самого заебавшего мочить. Пиздец, он живучий. Да похуй мне, заебал ты. Выцеливать там его. О, отлично. Улетел куда-то, блядь. Там в это время доктор что-то резает кого-то. Причем бой прокачанный Бэтмена в этой части по умолчанию, как я понимаю. Правда, раньше он, когда комбо серьезное набивал, начинал очень сильно их дамажить. Сейчас такого, я смотрю, нету. Сейчас комбо вообще ничего не дает, по-моему. Но че это оно, блин, задеревенело-то? Блин, надо позвонить, узнать нахуй ботаникам. Я так и думал. Звоню на всякий случай. О, блядь, теперь Эльфрон. I'm encountering rather a lot of interference, no doubt a deliberate attempt to disguise their movements. Run a full analysis of the Arkham Knight's forces. Of course, sir, but I'll need some time. Upload the data to the Bat computer in the movie studios when you're ready. Yes, sir. Подготовь там мне презентацию в Movie Maker, я, ёпты, приеду, посмотрю. Я поражаюсь, бля. Чё ещё там по сюжету надо? 53% сюжета я уже прошел, обосраться, блядь. О, можно светлячка еще пойти. Как
какой дым тебя приведет? Я дыма никого не вижу. Кто-нибудь дым видит? Я нет. Фаталити. Так, никакого дыма нет, значит светичка тоже нет. А вот двуликий кого-то что-то грабит. Надо пойти двуликому напиздюлять, наверное. Я просто пытаюсь понять, где боссы-то какие-нибудь. Дорогу борцу со злом. Шла нахрен, ёпта, шаволда. Она не сдохла, что ли? Старана? Офигеть. Of drones on Miyagani Island is destroyed. Tell your men it's safe. Good work, Batman. Кэш, кто такой Кэш? А, полицейский, наверное. Шел нахрен на свои жлыги. Такое ощущение, что в Готэме вообще одни отморозки живут. Посмотрите, сколько их на улицах. Тут еще нормальные-то люди есть, кроме этих пожарников и полицейских. Хоть допрашивать теперь больше никого не надо. Так. Чё, как пройти внутрь? А, все, надо выйти, да? Это пешая миссия. И у каждого суперпсиха еще свой отряд отморозков. И всем им очень нужны деньги, они их постоянно пытаются спиздить. Ну, можно без шума, можно и с шумом. Повиснуть, я пытаюсь, блядь, повиснуть, он мне что-то там звякает, блядь. Типа, что нельзя. Чё за хуйню ты мне здесь открыл? Опа, атака не состоялась. Где они там бегают? Раз, два, три. Блять, кто до хера бегает? А, они деньги пиздят, им надо помешать. На работу иди, ёпты, козлина. А, их можно еще и здесь посидеть, да? Подождем в засаде. Кажется, что они здесь как раз-то и не бегают, ёб твою мать. Я ебу, вот он выдает, бля. Все сломалось. Сразу троих обезвредил, офигенно. Я даже сверхурочно еще нахерачу. Two-Face locked us in. The thugs aren't after money now. They're after me. And there's no alarm to cover the sound of my attacks. Блять. Потратиться домой гранатой. Вот это вообще была атака года. Чего?
Помешайте что? Остановите ограбление банка. Now sure, there's plenty of clean money mixed with the dirty. But what isn't tainted in this town? Вот там купюра застряла, смотрите, он трепещет. В руки просится. Cash. Two-Face's crew went after the bank of Gotham in Chinatown. I need you to disable the bank security gate and pick up Dent's thugs. Sure thing, Batman. I'll send a car around now. Странно, грузовик заехал, сломав стену, и за ним дверь закрыли. Вот молодцы. Остановите ограбление банка. Ой, да нахуй надо. Захочу остановить ограбление банка, или что там, в GTA пойду в пятый играть. Так, что еще есть? О. А, ну к загадочнику мне не пройти. Пингвин, а что пингвин делает? Что делает жирный пингвин в это время? Упс. They'll see me if I try and follow the truck in the Batmobile. Oh god, it's the Bat! What the hell is he driving? Who cares? Until he's been spotted in the car, Penguin's thugs will never return to their hideout. Блять. They can see the Batmobile. It's the Bat! He's found us! What are we gonna do? Lose him! We gotta get off the road! Hey, hold on! Как в прошлый раз пингвина высадил, так и в этот надо так же сделать. Эй, босс, у нас проблема какая? Так та же, что и всегда, блядь. Моим пушкам. Блядь, миссии снижения просто мои любимые. Во все времена, блядь, обожал их. Тихо, ёпта, об крышу не убейся. Кажись, я проследил уже, нет? Кого это там так стреляет? Все, вот он наконец-то доехал. Using the Cyanus Industries building as a front for one of his weapons caches. I'll take point. H4 Beauty Bruce. I'll keep my entrance understated, as always. Это совместная миссия с Найтвиндом. Двери открыты, блядь, типичное бандитское логово, ёптать. А что такое? Хуй там, да? Может так? Как они узнали, что Бэтмен там? Блять, навигатор можно нарисовать? Куда ехать надо? Ёб твою мать, наверное, сюда. I'm sorry. Wayne Enterprises все вам оплатит. А дальше-то куда? Ёб твою мать. Как пройти на их бандитское собрание? Ох, офигеть, теперь через крышу будем штурмовать. Thank you.
Там, кстати, какой-то тайник по дороге был, походу. Нет, тут ни хрена нету. Охеренно. Ближе-то, наверное, негде было зацепиться. О, да это что здание? Вообще одно из самых первых. Где заложники были. Вон моя крыша. Вообще, походу, на соседнем здании открылось, нет? Так, ну чё, там куча народу, да? Двое с оружием. Пофигу. Тут вариантов-то особых нет. О, блядь. Сходу меня чуть русский, безумный русский чуть не оприходовал. Давай пока в дыму. А, хуй там. Парный решающий удар. Ну а с кем парный-то? А, вот на финт нарисовался. Не, я смотрю, он тоже в рукопашную. Нет. Он то с дубинами, то в рукопашку. Он только что на пол бросил свои дубины. По-моему, в этой игре кто угодно лучше Бэтмена дерется. Смотрите, как быстро Найтвин херачит. Я в прошлый раз что-то его недооценил, по-моему. Тут одними парными ударами, по-моему, можно всех завалить. Все? Mission complete? Найтвин только что... Бэтмен только что Найтвинду жопу лизал, мне показалось. Усиление атаки, да похуй. Чё-нибудь качай, да. Жалко, тут автоматическую прокачку не установить. За что мне нравится Найтвин? За то, что Бэтмен ему не звонит хотя бы. Так часто, как всем остальным. Понятно, значит, все миссии побочные в этой игре Ctrl-C, Ctrl-V. Наплодить, наделать их как можно больше и пойдет. Забраться внутрь, это туда, где я заминировал, что ли? Вот меня волнует, что там у него осталось. Да, ёб твою мать. Проанализируйте силы рыцаря Архима. Мы, по-моему, это уже делали, нет? Когда этот... Морган Фриман посчитал, сколько там у него танков, сколько у него еще чего. Отпусти, 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 блядь. Чё-то давно Джима Гордона не видно. Он интересно делся. А чё у Бэтмена костюм порвался? Это где меня отбуцкали? Дрейк это кто? Робин или Найтвинд? If he finds out she's gone and you didn't tell him, you will lose him forever. Не помню, чтоб твоего совета спрашивал. Иди, блин, этим
четвертым вдовой поженимся. Или сколько их там сидит. А, это Робин, смотри, тут. Это стек. But nothing you can't handle, right? You promised you'd let me out of here. Ну как сказать, ничего особенного. Барбару помнишь? Ее больше с нами нет. Но у Бэтмена уже выгнутый моник, офигеть. If we can just find a way to disable the drones protecting them. Well, there is one possibility. I've identified a special drone that appears to be acting as a relay hub, managing all communications. If I can get my hands on that drone, there's a chance we can reverse engineer. Особый танк уже был, теперь особый беспилотник. Take out those radar towers. A chance, perhaps, sir. Обалденно. But it sounds dangerous. Too dangerous. It's the only way. I'll keep you updated. Так все, мы Плющу помогли уже, что ли? О, Бэтмен пиздобол. Фу. Робин, найди себе тёлку с ногами. Какая-то у Робина масочка, бля, вообще просто Зорро. Я не знаю, бля, неужели его никто узнать не может в такой маске? В какой-то части, по-моему, они с Найтвиндом дрались, да, Робин и Найтвинд? Там вроде вроде Робин даже Найтвинду напиздюлял. Но там, кстати, Робин был еще малолетка. Бред собачий. Жока, заткнись. Да, Робин потом... Взбесится, наверное, сучка. Странно, мы вниз ехали 20 минут, по-моему, что, блин, успел даже этому Альфреду позвонить, а вверх за пару секунд приехал. Так, ну чего? А, вон, кстати, дым. Там светляк, наверное, тусуется. Если я правильно понял, как его искать, он на радаре не указан. От дыма именно. Высматривать. Да, он беспилотник вражеский, опять же. А, еще есть этот скримерный вампир. Надо посмотреть, что с ним можно сделать. Я такого тоже что-то ни в кино, ни в мультиках в детстве не видел. Нового, что ли, кого-то сочинили. Так, где моя тачка? А то на меня уже крестьяне какие-то напали, все? Еще что-нибудь, ублюдки? Так, где мой геймпад? Врум-врум, мазафака. Перфекто. Блять, ебучая вибрация. Кого раздымаю? Как вообще пугало мог стать главным? Чушь такая. Начинается безумная погоня. Хорошо, что Бэтмен не врезается во всякие столбы, он их просто сшибает, да и нахер. Слушай, у меня нитро-то не бесконечно. За ним надо определенное время гоняться или его просто надо догнать? Не, просто так его не догнать, он все время впереди держится. Нахрен все, ёпта. Блять, такие безумные погони, вообще жизнь.
только я, блин, не на дорогу смотрю, а на то, куда светляк летит. Слышь, светило науки, блядь. Пробел, пробел, Херакс. И по мордасу. Давай, обрабатывай ее, блядь. И он второй раз ушел точно так же, как и первый. По-моему, этот светлячок это какая-то вариация на тему зеленого гоблина из Спайдермена. Надо позвонить, конечно, надо позвонить. Альфред, ты видел, как я ему ебучку расколачивал, а? Ты видел мой удар справа? Выложим на YouTube. А, он сжигает именно пожарное депо. Да нахрен мне дым искать, давай просто от одного пожарного депо к другому ездить, ёпта. Да. Я вот даже не знаю, делать ли в несюжетные задания здесь или ну их в жопу. Так как они все одинаково. Я так думаю, что ну их в жопу. Ну а сюжетные задания продолжатся уже. А это что такое? Опять конвой. Я как безумно Макса играю опять. Сучата, блядь. О, полегче. О, нифига я его размазал. Ракета почему в стену врезается? Блять, так его, сука, хуй убьешь, мне кажется. Если ракета нихера не летит. Куда надо? Я бы на его месте тогда такими переулками только и петлял, где ракета не может повернуться. Нагнала красная пуля. Да, твою мать. Бэтмен. Все, короче, продолжение следует, чуваки. Пишите, жмите.